Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет, здравствуйте. Я с вами давно не встречалась. У меня к вам есть одна интересная история. Но прежде чем я ее расскажу, я хочу спросить у вас. А вы занимаетесь по утрам зарядкой? Леночка, ты занимаешься? Нет? Ты занимаешься зарядкой? Не делаешь? Почему? А ягоды вы кушаете? Да? А фрукты вы кушаете? Тебе не нравятся фрукты? А яблоки не нравятся? А банан? А что ты любишь? Только конфетки. Только конфетки. А вот теперь послушай, что я расскажу. В одном царстве жила-была девочка, принцесса. У нее так случилось, что не было ни папы, ни мамы, а была королева-мачеха. И королева была очень злая. Она не любила принцессу и хотела, чтобы принцесса умерла. Поэтому она запрещала. Сейчас. Послушай историю. И она запрещала слугам девочке давать фрукты, чтобы девочка не делала зарядку. Она не выходила из комнаты, из спальни своей. Окна были закрыты, зашторены. Дома в комнате было темно. Девочка кушала только кусочек хлеба и немножко водички. И она была очень слабенькая. Няня у нее была, и няня очень ее жалела. Но она боялась что-то сделать для принцессы, потому что королева отрубила бы ей голову. Тогда эта няня пошла к своему брату. Он жил недалеко от дворца. И рассказала эту историю, как девочка постепенно умирает. А у ее брата был сын, мальчик. Он был смелый и отважный. И он решил спасти принцессу. Как-то вечером, перед сном, он зашел к себе в спальню, встал на коленки и помолился. «Господи, помоги мне спасти принцессу. Дай, Господи, так, чтобы она была жива и здорова. Я ее хочу забрать к нам в дом, и она будет мне сестрой, а моим родителям – дочкой». Утром он встал и пошел во дворец. Вместе с ним пошел его друг собачка и еще друг кошечка. Когда они подошли к дворцу, то увидели там высокий-высокий забор. И возле забора, возле ворот стояли стражники. Они стражники были как? С ружьями? Да? Как ты думаешь, с ружьями? Нет? Не знаешь? Да, у них были копья, у них были сабли, и они могли убить мальчика. И мальчик думал, как же мне попасть туда? Что же мне сделать? Но тут ему пришел друг собака. Собачка как выбежала, как начала лаять на сторожей. Сторожа испугались. Ой, если королева узнает, она убьет нас, что собака рядом. Они стали собачку гнать. А собачка побежит, остановится, лает. Сторожа только подбегает, собачка так. И так они убежали от ворот. И мальчик вместе с котом зашли во дворец. Но как попасть в замок? Там слуги, и они тоже все боялись королеву. И ни за что бы его не пустили. Но тут котик сыграл свою роль. Он как начал мяукать, как кошка коты мяукают. Ну-ка, как? Ну-ка, скажи. Мяу, скажи. Мяу. Вот. Как начал мяукать. Мяу, мяу. Слуги все испугались. И давай за кошкой гоняться. А кошка из одной комнаты, да в другую, из одной и в другую. И все слуги побежали за кошечкой. И мальчик спокойно подошел к двери спальни. Он постучался, и няня открыла дверь. Мальчик увидел. Темно. Горит свечка. Девочка лежит бледненькая. Ничего почти говорить не может. Мальчик возмутился, подошел к окну и сорвал занавеску. Девочка закрыла глаза. «Нельзя мне смотреть на свет, а то я умру!» Мне королева сказала. «Нет, — сказал мальчик, — ты не умрешь!» Он распахнул окна, и тут же влетел замечательный свежий воздух. Птички сели на подоконник и стали щебетать.
Мальчик подошел к девочке, протянул руки. Она встала, слабенькая, ничего не может делать, он ей сказал. Глубоко вздохни, выдохни и повторяй за мной зарядку. Он занимался с ней зарядкой. Сначала ей было сложно, трудно, но все дальше и дальше она становилась крепче и сильнее. Потом мальчик угостил ее ягодами. У девочки загорелись глазки, розовые щечки. Она стала такая активная. И мальчик ей сказал: «Давай мне руку и побежим ко мне, где я живу. Там мои папа и мама, а ты будешь мне сестренкой». И так они убежали из дворца. Королева обрадовалась, а девочка обрадовалась больше всех, потому что у нее стали папа и мама и братик. И она с ним бегала на поле, ела ягоды, пасла барашков, овец, ходила на речку, пасла гусей, купалась и стала очень красивой девушкой. Вот такая история. Давайте помолимся. Ты не хочешь помолиться? Дорогой Иисус, спасибо за эту субботнюю школу сегодня. Спасибо за дом, где мы можем жить. Спасибо за этот день. Спасибо, что ты нас благословил целый день. И спасибо, что ты дал нам такую пищу. Аминь. Ну вот и все.